Друзья, привет! Сегодня покажу, как приготовить очень быстрые, очень вкусные, хрустящие огурцы в пакете. Да, мы будем готовить прямо в пакете, никакие банки и тем более закаточные машинки нам не понадобятся. Этот рецепт, кстати, классно делать где-то на природе или на даче, когда посуды под рукой ну совсем мало. Нам понадобятся свежие огурцы, свежий или сушеный укроп, кстати, можно взять и зонтики, соль и чеснок. Чеснок добавляйте по желанию. Мы в последнее время чеснок разлюбили, честно сказать, поэтому я везде использую его по минимуму или совсем не добавляю. Итак, берем огурцы, отрезаем с них хвостики и нарезаем огурцы вот на такие вот кусочки. Мне кажется, это самая оптимальная нарезка именно для этих огурцов. Но в принципе вы можете нарезать так, как вам больше нравится, например, на дольки или на кружочки. Нарезанные огурцы пока что убираем в сторону и займемся укропом. Я беру свежий укроп, срезаю с него толстые стебли, они нам здесь не нужны. И сам укроп мелко-мелко нарезаю. В принципе, можно использовать и сухой укроп, или даже взять укропные зонтики. Но так как сейчас лето, свежей зелени очень много, я решила взять все-таки свежий укроп прямо с грядки. Если вы используете чеснок, его тоже нужно мелко нарезать на пластинки или на мелкие кусочки, или использовать чеснокодавку. Ну а теперь берем хороший прочный полиэтиленовый пакет, можно такой, как у меня для заморозки, можно самый обычный, складываем в него огурцы, насыпаем туда же укроп, чеснок и добавляем соль. Соль у меня морская, но можно использовать вообще любую. Теперь очень хорошо закрываем пакет или плотно завязываем, главное, чтобы ничего у нас не вылетело, и начинаем энергично трясти наши огурцы. Именно поэтому важно использовать пакет плотный, без дырочек, потому что если вы будете трясти огурцы и из какой-то дырочки что-то вылетит, то уборка на кухне точно предстоит долго. После того, как хорошенько потрясли, оставляем огурцы в пакете примерно на 5 минут и сразу можно кушать. Пожалуй, это самые быстрые, самые вкусные малосольные огурцы, которые я когда-то готовила. Приятного аппетита!